что такое хромакей, чем занимаются монтажеры и вообще как работает телевидение. Ученики 3 класса школы номер 10 посетили редакцию телеканала ЛРТ и получили наглядные ответы на все свои вопросы. Вы из какого класса, какая школа? 3-й! Так весело началась экскурсия по редакции телеканала 3-го Б-класса. Отложив свою работу, шеф-редактор Наталья Григорьева стала для детей экскурсоводом в мир телевидения. Это мероприятие прошло в рамках знакомства ребят с профессией под названием «Медиамаршрут». Чтобы они выбирали уже заранее, знали, какие профессии существуют, и могли выбрать уже, начиная прям с младшего школьного возраста. Школьники посмотрели все, из чего состоит телеканал. Редакторская, монтажная, вещательная комната и, конечно, студия записи новостей. Главная цель экскурсии была достигнута. Ребята заинтересовались, а некоторые даже задумались над выбором своей будущей профессии. Вставлять музыку я умею, картинки всякие писать. Я хотела бы работать в ЛРТ. Мне понравилось очень. Мне все понравилось. Медиамаршрут школьников состоял из посещения средств массовой информации городского округа, телевидения, радио и газеты. Экскурсия проводится для учащихся младших классов либерецких школ. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.